тоже находиться на этом фестивале. Первый раз я здесь выступаю. Спасибо Ника Хесту, что он есть. Вообще Крым для меня место особенное. И вот в сегодняшней программе прозвучат авторские тексты, которые родились, собственно говоря, или здесь, или вдохновленные Крымом. И другая часть сегодняшней программы сделана на основе аргентинского танго, но не будем считать, что это танго. Это танго вы услышите еще в воскресенье. А сегодня это будет некая композиция музыкально-поэтическая. Мне кажется, чуть-чуть звук надо, микрофон побольше. Раз. Сейчас посмотрим. Поэтому он себя оттуда не слышит, ты услышишь. Близко просто монитор. Ему монитор поставить? Может, посередине поставить, чтобы он равномерно. Может, тут это сделать? Там рукоять будет. И первая песня называется «Вуэль Вальсур», «Я возвращаюсь на юг». Опрокинувшая на меня мириады звезд. Ты — ветер, перепутавший страницы моих ненаписанных книг. Ты —
волны, уносящие меня все дальше от берегов. Ты, летняя сказка, приснившаяся в осеннюю ночь. Ты, горькая чаша, которую я не собиралась пить. Ты, самое парадоксальное и грустное открытие. Ты, запах пыльных камней и палящего солнца. Ты.
запах ветра возьму с собой, и в дорогу нарву букет из полыни, букет сухой, словно твой прощальный ответ. Запах горький с собой возьму, и свободы соленый вкус. И когда-то потом пойму, что сюда никогда не вернусь. Колдовское зелье сварю из полыни, ветра и слез, и тебе его подарю, словно свой прощальный вопрос.
золотых конфетных оберток разбросаю, безделушки и подарки разложу, а потом все книжки наугад пооткрываю и о прошлом с будущим спрошу. Я сегодня, не доспав, пробудилась, я сегодня буду петь и плясать, и я в косы вплету паутину, обведу черным-черным глаза. Я сегодня стану изгнанным духом, неприкаянной чьей-то строкой. Стану светом, прахом и вечной мукой. Господь со мной. Поехали. Que trepando se van y su abrazo te nace dulzón como aquel.